мне бы хотелось поделиться с тобой своими мыслями. Я мечтаю о том же, что и твой наставник Яно. Очень грустно, что у нас так много разных школ и направлений. Это никому не нужно. Я думаю, отобрав все лучшее, чего они достигли, нам следует создать единую школу мужества. Чтобы эта школа растила людей не только сильных, но и благородных. А интересы карьеры, интересы наживы или политики не имеют ровно никакого отношения к нашему высокому призванию. Не надо забывать Сугата. Борьба наследий наших предков. И нам будет стыдно, если мы дадим втоптать себя в грязь. Яно-сан осуществит мою мечту. Ты ему поможешь.